Видео создано при поддержке группы «Игра престолов». Валар Моргулис, друзья! Сегодня человек сыграет с вами в игру. И в конце мы узнаем, насколько хорошо вы знаете мир «Игры престолов», мир льда и огня. Данный выпуск посвящен гербам самых известных домов Вестероса. Человек будет задавать вопрос. И если вы ответили правильно, загибайте палец на руке. А если же нет... Позор! 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 Выберите герб дома Талли. А, Б, В. Правильный ответ – Б. Прыгающая серебряная форель среди красно-синих волн. Какой из представленных гербов принадлежит дому Старков? А, Б, В. Правильный ответ – В. Серый лютоволк, бегущий по снежно-белому полю. Какому дому принадлежит этот герб? Виларионам, Мандерли, Уодам. Правильный ответ – А. Дому Виларионов. Серебряный морской конь на поле цвета морской волны. Выберите герб дома Таргариенов. А, Б, В. Правильный ответ – А. Красный трехглавый дракон на черном поле. Данный герб принадлежит Фреям, Болтонам, Мандерли. Правильный ответ – А. Дому Фреев. Пара синих башен, соединенных мостом на серебристо-сером поле. Выберите герб Болтонов. А, Б, В. Правильный ответ – В. Красный ободранный человек, распятый вниз головой на белом косом кресте на темно-синем поле. Какому дому принадлежит данный герб? Уодам, Амберам, Карстаркам. Правильный ответ – В. Дому Карстарков. Белое пылающее солнце на черном поле. Выберите герб дома Мартеллов. А, Б, В. Правильный ответ – А. Красное солнце, пронзенное золотым копьем. Какому дому принадлежит данный герб? Ройсам, Тарли, Аринам. Правильный ответ – В. Дому Аринов. Белая луна и сокол на небесно-синем поле. Какой из представленных ниже гербов принадлежит дому Баратионов? А, Б, В. Правильный ответ – А. Черный коронованный олень на золотом поле. Если у вас загнуты все пальцы, могу с уверенностью сказать, что вы истинный знаток мира Игры Престолов. И вам нет равных среди ученых мужей Вестероса. Ваши знания по геральдике знатных домов превосходны. Напишите в комментариях, как вы знаете гербы мира льда и огня, используя представленную таблицу. Если вам понравилось видео, ставьте большие пальцы вверх и подписывайтесь на канал и группу канала ВКонтакте. Также, если хотите заказать футболку с принтом с Игры Престолов или с каким-то другим, то переходите по ссылке в описании. Там можно заказать много классных вещей. Спасибо за просмотр. Всем пока.